Есть ли у вас какой-то собственный ритуал, традиция перед боем? Как вы себя настраиваете на победу? Обычно это любимый плейлист, и я предпочитаю за минут 15 быть совершенно одна. Как вы думаете, какую роль играет спорт в формировании личности? Важную роль. Я бы всем рекомендовала детей 7 лет отводить в любую секцию, которая им будет интересна, потому что это в первую очередь формирует характер и дисциплину. Чемпионом нужно родиться или же им можно стать? Чемпионом только становится. Это все характер и тренировки. Это как дети, знаете, они когда учатся ходить, они же падают, но в итоге все мы ходим и прекрасно себя чувствуем.